Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, и я пытаюсь выбить Фабарм, STF-компакт, который, да. Посмотрим, сколько на это уйдет денежных средств. Так. Угу. Пока что-то никак. Ну, давай еще. Я не хочу особо много тратить на него как-то, но... Не айс, прямо скажем, да. Очень много тратить. Ну, может быть, и много уйдет, кто его знает. В общем-то, кредиты есть. Когда акция была, возвращаем в двойном размере кредиты. Я тогда нормально позабрасывал. И до этого еще было. И, собственно говоря, вернулось очень много. Сколько у меня там? 26 или 27 тысяч кредитов в итоге получилось. Да. Так. Ну, давай. Ну, пожалуйста. Накип. Пожалуйста. Ну, у меня обычно работает эта схема, просто по 5 крутишь и говоришь «пожалуйста». В последнее время что-то схема стала сбои давать, надо какую-то новую изобретать. Там люди там на полигоне стреляют, еще что-то делают. Ну, неа. Надо тоже какую-то схему новую. Уже эта схема не работает. Пожалуйста, просто так не катит. Надо что-то другое говорить. Ну, пожалуйста. Нагиб. Меня могут поиметь сейчас. Ну, очень пожалуйста. Ничего это не работает. Стадник, пожалуйста. Да, вот она схема, работает, все получилось, все ништяк. Леди и джентльмен, вот она, рабочая схема выбивания доната. Я, кстати, подозреваю, что на самом деле она существовала изначально. Вот она, идеальная, вечная схема, волшебные слова, которые позволяют вам выбить донат. Раньше, сейчас и в будущем, да. Именно так. Если кто-то не понял, это, конечно же, была шутка. Это было такое юморное видео по поводу вот этих всех схем, комбинаций, как выбить донат. Не верьте, друзья, никаких комбинаций не было, нет и не будет. Все решает рандом. То есть, исключительно удача. Когда-то я выбил КТАР, просто крутнув 5 коробок. Ничего до этого специально не делая, просто зашел в ВФ, крутнул 5 коробок и выбил. Scar L я тоже зашел сразу после обновления в игру, крутнул 5 коробок, потом крутнул 9000 кредитов и ничего не выбил. Понимаете, да? То есть вот именно так. Чистый рандом и не более того. Не верьте в сказки и всякие вот эти а-ля казино схемы выигрывания автомата. Запомните раз и навсегда. В игре, в казино, где угодно. Автомат в конечном итоге всегда обыграет вас. Думайте своей головой и, ну, если надеяться, то на удачу. Поэтому, леди и джентльмены, другие подруги, если данное видео было таким достаточно прикольным, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.